Седьмой том книги «Открытым оком», вопрос номер 1960. Тема «Проповедь благовестия». Проповедь другим народам была только при апостолах, потом почти исчезла? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Почти что так и было, но всегда Бог находил своих слуг, и через них сеяло семя веры на целине. Евангелие от Луки, 4 глава, 43 стих «Но он сказал им, и другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан». Деяния апостолов, 5 глава, 28 стих «Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени Сем? И вот вы наполнили Иерусалим, учени... Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека». Послание к римлянам, 15 глава, 20 стих. «Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христова, дабы не созидать на чужом основании». Иоанн Златоуст, 13 ноября. «Мудро обратил он к православной вере кельтский народ, зараженный арианством, повелел избранным для того пресвитерам и диаконам обучиться кельтскому языку и, отправив их кельтам, проповедовать благочестие на их природном наречии. Таким же образом Иоанн просветил скифов, живших по Дунаю. Он изгнал из стран восточных маркианитскую ересь и озарил светом истинного учения весь мир. Крестовоздвижение, двунадесятый праздник, искусственно придуманный Еленой. День постный, пищей только дразнят. Кого он выпустил и из какого плена? Предание гласит, что обрела археология какие-то кресты. И на одном копьем вошла стрела из сказавшего «свершилась с высоты». Да, триста лет назад в далекой Палестине во мраке Пятницы спасение совершилось. Грех мира на одном, на Божьем сыне, слеза и кровь из-за меня струилась. Заклание Агнцев, голубей, тельцов тысячелетия указывало верным, придет Спаситель, заплюют лицо слюной презрения ядовитой черни. Убийство в пятницу. Там за меня страдалец отверженный, презренный, умирал. Он в преисподнюю сошел, и бесы сдались, готовит деньги за обман Кагал. А, воскресе... а воскресение из мертвых знак победы не прибавляло к бывшему страданию. Он искупил и тех, кто был последний, о том гласит Священное Писание. Мы 52 раза вспоминаем и празднуем Христово воскресенье, а может, ежечасно распинаем, нет человека, копошатся тени. И в этом празднике нет праздничного вовсе, но Он ведет к той пятнице, Голгофе. Об этом, пам... Об этом памяти у Господа и спросим здесь не поможет желчь, наркотик морфий. Страдания за меня не пережить, уверовав в духовное рождение. Страдания за меня. Мне пережить, уверовав в духовное рождение, с грехом расстаться, вырвать корешки. Христовой кровью куплен не за деньги. Игнатий Лапкин.